Что думают карагандинцы о новом тарифе за тепло и смогут ли они его потянуть? Наша съемочная группа вышла на улицы города. Отрицательно. А почему? А потому что, скажем так, зарплата стоит на месте, а цены все поднимаются, как и коммуналка и все остальное. Наверное, отрицательно. Отрицательно, конечно. Да, они повышали, будут повышать. Да в данный момент вообще никак. Просто, скажем так, насколько поднялись цены, зарплаты уже совсем не хватает. Можно я промолчу? Я не думаю. Не могу сказать. Ну, ни на какой, конечно. Ну, уже куда увеличивать такое отопление? Не знаю даже. Я об этом не задумываюсь. Понижение не будет, да? И качество тоже. А как тоже? Вы думаете? Нет. Ну, хотелось бы вообще, чтобы это на качество повлияло, если уже в таком разе. Потому что горячая вода, качество вообще отвратительное.